В некоторых СМИ республики прошла информация о том, что 10 марта сотрудники Чувашавтотранса проведут митинг. На сайте предприятия опубликовано сообщение, что Чувашавтотранс не является инициатором и организатором митингов и иных политических мероприятий и не планирует принимать в них участие. Мы не исключаем участие в различных акциях бывших работников предприятия и иных лиц, заинтересованных в дестабилизации обстановки. Однако просим не придавать ситуации политическую окраску и не спекулировать на нуждах и интересах предприятия. И его сотрудников, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Чувашавтотранса. Напомню, что сейчас предприятие находится в сложном финансовом положении. Задолженность по зарплате достигла 67 миллионов рублей. 21 февраля бюджет республики перевел 11,5 миллионов, которые в полном объеме были направлены на частичное погашение долгов. В Минтранс Чувашии направлен очередной пакет документов для предоставления предприятию субсидий за февраль, говорится в документе. Сейчас реализуется программа финоздоровления Чувашавтотранса. Правительство республики контролирует ситуацию.